Победитель конкурса обновления 1.4.88 Эдуард Кара. Он получает призы на сумму 600 алмазов. А чтобы и тебе повезло, нужно лишь подписаться на мой канал, на канал Голос Зверько, поделиться этим видео с друзьями и оставить осмысленный комментарий. Победителя я выберу в случайном порядке и свяжусь с ним в комментариях. Мур, привет, друг, это Зверько и новостной выпуск 1.4.90. По скинам сегодня сухо, Маша только что вышла, а 1 июля ожидаем скин звездного участника, Хаябусу, биологическое оружие. Ха, могли бы его назвать COVID-19 и тентакли голове прифигачить, так сказать, на злобу года. Ладно, погнали к изменениям. Ах да, в комментариях бухтели, что я не склоняю некоторые числительные. Так вот, будь эти комментаторы чуть-чуть поумнее, сами бы доперли, это я делаю для простоты восприятия на слух. Маша. Исправили отображение урона ульты и первого навыка. Первый навык. Базовый урон теперь 120 для всех уровней. Это ладно, лишь бы процентный бонус не трогали. Халид. Базовое здоровье увеличили на 200. Первый навык. Немного обрезали стартовый урон. Был 300-550, будет 250-550. Второй навык. Длительность подняли с 3 секунд до 4 секунд. И опять начинают повышать защиту по второму кругу. С 65% до 70%. Ульта. Уменьшили бонусы от физической атаки. Бонус во время волны был 120%, будет 80%. Во время удара в области с 200% до 120%. Бенедетта. Пассивка. Сделали перерасчет бонуса к исцелению в большую сторону. Немного расширили область поражения заряженной атаки. Немного быстрее заполняется пул пассивки от навыков. Второй навык. Если Беня ловит контроль вторым навыком, то теперь вдобавок полностью заряжает пассивку. Ульта. Обрезали вампиризм со 100% до 40%. Зря, на мой взгляд. От него и так легко увернуться. А теперь чуть отвлечемся. Посмотри на чехол своего телефона. Все ли тебя устраивает? Или ты хотел бы такой чехол, которого ни у кого нет? Такое можно устроить на caseplace.ru. Здесь ты можешь выбрать модель своего телефона, сконструировать такой рисунок и фактуру чехла, чтобы все друзья обзавидовались. Можешь заказать чехол, например, со своим мейном. Ну а если лень самому собирать, в caseplace богатый выбор готовых оформлений и многое другое. И подарок для моих подписчиков. Для скидки в 200 рублей используй мой промокод Зверко. Ссылка на магазин в описании и закрепленном комментарии. Переходи и собирай чехол своей мечты. Реворнутые персонажи. Эйдора. Второй навык. Здесь решили не мелочиться и добавили для основной цели снижение магической защиты до 35. И вернули стан и урон по ближайшим противникам, если на первой цели висел сверхпроводник. Массовый стан снова в деле. Лейла. Первый навык. После попадания по врагу Лейла получает ускорение бега плюс 60% на следующую секунду с лишним, 1,2. А если попадет навыком по герою противника, то время ускорения удваивается. Сайбер. Ему добавили здоровье, плюс 100 хп. Первый навык. Урон мечей в полете был 50-80, будет 80-105. Длительность полета и перезарядка навыка увеличены на 1 секунду. Второй навык. Уменьшили затраты маны. Было 70-120, будет 70-45. Ульта. Урон от третьего удара удвоен.
Мия. Первый навык. Затраты маны уменьшены на 20 для всех уровней. Второй навык. Урон усиленной стрелы утроен. Алукард. Изменили модельку и эффекты немного. Первый навык. Увеличили базовый урон. Был 200-300, будет 250-350. Второй навык. Увеличили базовый урон. Был 220-320, будет 270-370. Зилонг. Уменьшили прирост скорости атаки. Было 3,3%, будет 2,3%. Второй навык. Расстояние навыка уменьшили на 10%. Ну что, как тебе? Можно назвать этих персонажей реворкнутыми? Напиши в комментариях. Это еще не все, нас еще ждет Тигрил, но чуть позже. Циклоп. Второй навык. Урон в соло-цель чуть-чуть увеличили, но не думаю, что это его спасет. Альфа. Первый навык. Увеличили силу замедления с 40% до 70%. Синхронизировали радиус навыка с визуальным эффектом. Второй навык. Убрали замедляющий эффект и уменьшили потребление маны. Было 65-90, будет 45-70. Сильно подняли урон бетты. Базовый урон был 205-285, будет 490-730. И увеличили магический бонус. Экстра физической атаки. Он был 80%, будет 280%. Кроме того, сократили перезарядку. Было 24 секунды на всех уровнях, теперь уменьшается с 24 до 20 секунд. Похоже, один из разработчиков Шанхая позвонил в Пекин и такой: «Слушай, друг, а тем был знаменит Альфа на выходе?» А ему в ответ: «XGGE, Vomin, Zulet, Inge, Fingine, Kianga, Dechiao». Так Альфе сделали имба ульту, как при вводе его в игру, где он разрывал любого за прокаст. Хильда. Ульта. Исправили проблему, когда расстояние ульты было слишком маленькое до полного набора стаков. Максимум стаков будет теперь 8 вместо 10. Урон за единицу стака подняли с 40-50 до 50-60. Стаки теперь отображаются под здоровьем. Тигрил получил визуальную переработку. Забрали меч и дали ему посох Сарумана. А вот серьезно, что мешало просто нарисовать шестопер? Ульта. Теперь во время ульты можно использовать вспышку. И то только в начале. Вот так. Живите с этим. Другие изменения. Уменьшили отхил речного цветочка. Теперь героев исцеляют не на 2%, а на 1% в секунду. А теперь о том, что я разбирал в далеком 2017 году. Есть у наших персонажей роли, прописанные в игре.
и по механике есть градация. Задача, выполняемая персонажем и привязанная соответствующая роль. Например, можно было брать Чане в ранг и услышать что-то: «Зачем маг? У нас же есть маг Гассен». Такие люди путают надпись на заборе с действительностью. Роль персонажа должна соответствовать с выполняемой задачей. И, наконец-то, для таких альтернативно одаренных разработчики решили поправить роли. Алиса. Вторичная роль – танк. Да, мой дорогой, ее пользуют как вспомогательным танком и весьма часто. Кадита. Вторичная роль – убийца. Тоже подходит, в массовом бою сложно реализовать мощную ульту. Поймают контролем и завалят. Зато огромный урон в соло-цель. Дальше. Карина, Гассен, Гвиневра и Сильвана лишаются звания мага и получают дополнительную специальность – магический урон. Потому что надо разделять магов с другими персонажами, которые наносят магический урон. Лолите поменяли значение ролей, теперь это саппорт-танк. В управлении добавили две опции для выбора нового прицеливания. И если для автоатаки это удобно, поскольку можно в масс-файте увидеть, по кому идет конкретная автоатака, то прицеливание навыков пока сбоит, нужно дорабатывать. Ну а на этом пока все. Подписывайся на канал и жми в колокольчик, делись видео и участвуй в конкурсе. Удачи, друг! Yeah.